Блокирование сайтов и соцсетей в Украине вызвало неоднозначную реакцию в мире. Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд считает, что это противоречит принципам свободы слова. Солидарна с ЕС и международная правозащитная организация Human Rights Watch. Там назвали такой шаг атакой на право получения информации. Обеспокоенность высказали и в Германии. Официальный представитель немецкого МИДа Мартин Шефен заявил, что подобные санкции не соответствуют европейским ценностям. А вот в НАТО, наоборот, согласны с позицией Киева. В Альянсе считают, это вопрос национальной безопасности, а не свободы слова.